Всем привет, с вами Вичеланд, и я решил посмотреть вместе с вами игру под названием... Так, как? Полтергейст. Это вроде что-то страшное, так что давай посмотрим. Загрузка. Что это? А, снимки леса сверху. А что у меня за записка? Как читать? Мигает у меня все. А? Я что, дыхание типа задержал? Или мне показалось, я не знаю, короче. Это я моргаю типа? Ну типа да. Что? Почему надо было один нажать? Да чё ты 20 шагов делаешь вправо-влево? Чё ты кашляешь-то? Открывай. Ты откроешь эту дверь? Нет. Вы чё там, под пол стучите, что ли? Да чё ты дышишь, как ненормальный? Игре надо, я не пойму. О, наша тачка. Мы приехали в какой-то дом, типа. Кто-то там башкой об стену, походу, долбится. А, может нам... Да хватит дышать. Ты откроешь эту дверь, нет? А, на F? А чё ж мне мышку-то показываете? Блокнотик? Алло, дома кто есть? Леха-муха, я не зашел. Чего? Леха-муха, что произошло-то? Я чуть не обосрался. Или обосрался? Что? Чего я умер вообще? Что происходит? Я не понимаю вообще. Я не успел по-нормальному в дом войти. Охеренно поиграл вообще. Чё происходит вообще? Что за игры пошли? Чё-то я ни хрена не понял. Приехал я к какому-то дому, так. Чё-то мне мышку все время показывают. Лоптоп, револьвер, камера, бинокулярс. Чайлите, прожектор. А? А, правая кнопка мыши. И чё право? Чё я должен нажимать? То есть, когда он... Я должен правую кнопку мыши нажимать? Чтобы он не кашлял, как последний алкаш прокуренный. А, да, он тише вроде кашляет. Чё ж ты на такую работу-то? Устроился с такой астмой, я не понимаю. О, блин, он же побежал туда бегом. Псих ненормальный. Опа. Я сейчас обосрусь, походу. От этих звуков они не так громко в наушники долбят, я не понимаю. Что ж ты кашляешь, как придурок? Мотай оттуда в пин... Что ж ты, как дед пердон старый, кашляешь? Может тебе принять что-то надо? И нахрен ты этот блокнот не вытащил? Бери. Ты задолбал кашлять уже. Да ну нахрен, уедем отсюда, давай. Фига отсюда приехал. Тут кто-то живет из родственников, что ли? Что ж ты больной какой, а? Дали, блин, главного героя.
Дальше порога не могу пройти. Давай, кашляй. Будем. Там кто ходит-то? Слон, что ли? Бляха, я застрял в дверях. Они специально... Чё-чё-чё? Да меня тут и нахрен! Блин. Да мурашек пробирать, я не знаю. Да вроде ничего такого нет. Ну, блин, эти звуки в ушах. Если вот сделать вот так вот... Ну-ка, настройки игры. Звук, да, и звук на полную. Чтобы не я один тут срался. Тухаш, ты хватит кашлять, придурок, хватит. Как садиться-то? Тихо. Тут кровище. Полно кровища. Ты... Ну чего? Да хватит кашлять, придурок. Да ты что, издеваешься, что ли? А? Откуда? Я даже не... Бля. Там даже не видно никого. Да ну, игра какая-то простматика, который полез в дом. С привидениями, я не знаю, что за игра вообще. Дурдом. Фух.